Алтайский спортсмен стал победителем первенства России по смешанному боевому единоборству ММА. Соревнования проходили в Мурманске, участвовало более 20 сильнейших борцов. Победу в этом поединке одержал спортсмен. Равшану Рустамову 14 лет. Это его первое выступление на состязаниях всероссийского масштаба. Он занимается в Центре смешанных единоборств «Топ Тим Сайбирия». Спортсмен принял участие в 5 боях, из каждого вышел победителем. Вообще в спорте он всего 2 года. Тренер отзывается о нем как о талантливом и сильном бойце. Теперь Равшан будет представлять Россию на первенстве мира в Риме. Он вошел в состав сборной страны.